Сведения о юридических лицах теперь в открытом доступе. В России заработал интернет-портал федресурс.ру. Он представляет из себя онлайн-реестр всех компаний, включая ООО и ЗАО. Перечень российских компаний, а их на сайте больше 3 миллионов, общедоступен. Чтобы получить дополнительные сведения о стоимости актива, в лицензиях и о банкротстве, понадобится регистрация. Из доступных на портале ресурсов половина пока работает в тестовом режиме. О создании единого сайта чиновники заговорили еще в начале прошлого года, когда внесли федеральный закон о госрегистрации юрлиц, соответствующие поправки. Согласно ним, владельцы российских компаний обязали размещать информацию о себе в открытом доступе.